Готовьтесь атаковать. Строим, ломаем, ну и местечко. Как будто взяли психа и выжили из него все его ночные кошмары. Разве насилие это выход? Первый раунд. Захватите огонь. О, какой потенциал! Прямая нова, она ебашится на пизду. Какой потенциал! Себя старый солдат. Ты же давно должен быть мертв. Давайте. Второй раунд. Захватите огонь.
объект активен. Реально слишком вот это да, она чит, она читована, знаешь, не скоро пиздили мне куда тебя. Ханзо к вашим услугам. Они уже нашли, блядь, щиты, потому что я просто обращаю внимание, как они смотрят, они смотрят точно в таргет. Или они считают, только нажимают кнопку, стреляют. Обнаружим противник. Вы у меня в прицеле. Следуйте. Вы у меня в прицеле. Поражение. Короче, ребят, знаете эту хуйню, да? Когда там пишется поражение или победа, там слоумо. И ты тоже можешь стрелять. И в меня на расстоянии попадает снова. Ой. Ну ладно, вопрос. Ну-ка, кому? Мне все, блядь, лайки быстро, блядь. Я, конечно, я первый раз играю. Лохи. Это хуйня вообще лох, рак. Да еще и попал. В телевизор. Я укрыла тебя щитом. Если каждый будет исполнять свою роль, победа обеспечена. Тридцать секунд до атаки. Давайте уже начнем! Готовьтесь к бою! Начинается атака. Защищайте объект А. Они не главным маршрутом.
Сражайтесь со сферой. На чем мы остановились? Забыл звук включить. Меня слышно? Да. Отлично. Такие моменты скомментировал. Нужен противник. Другое дело. Сейчас распука. Так, наверху топает, я слышу его. Блин. Ну и тупо же я сыграл. За трейсера тут красиво, конечно, можно играть. О, телепорт. Осталось 30 секунд. Сейчас и что это было? Не знаю. Лучший момент. Убийств, в среднем 11.82. Приготовьтесь атаковать. Так, наверное, выходим, потому что Руслана нету. А, Руслана нету? Да. Руслан? Ну ладно, я тогда пойду. Давай. Давай, спокойной ночи. Давай.